вибираємо директора Рум'яна Поліфімана. На 4 години роботи наша команда зібрала 300 контактів. Зустрічі зазначені, в живому відеоцентрі зустрічали наші повні світанні і за спадею. Здравствуйте, я вам говорю за санкцію цих. На одному з якості спочатку нас не подивитися. Других
девчонок, которые могут стать нашими подружками. На аккаунте мы познакомились, естественно, да, то есть мы написали каждый про себя, нас четыре организации, да, это я, это наш партнер Мария Юлина, старший золотой директор, это наш партнер Лениза Кизатулина и наша подружка Асу, Мария Бурмистрова, у нас так хорошо получилось все вместе делать такую коллаборацию. О, вот так лучше, да. Ну вот, видите, да, это обычный простой аккаунт, и мы просто постели фотки про себя и просто начали писать о том, что предстоит наш вечеринка. Мы его назвали «Лавандовая вечеринка», нам просто захотелось сделать в лавандовом цвете. Мы пригласили декоратора, который показывал то, что интересно женщинам, как можно задекорировать красиво стол. При этом у нас были зоны с шопинг, да, стилист, консультации стилиста, где мы умело так скомпоновали все наши аксессуары, которые у нас есть, это сумки, поплатки, договорились с шоу-румом, который предоставил одежду для показа, мы сделали еще показ одежды, это было очень интересно, все это было, естественно, это вот наше, да, мы все это будем разбирать, смотреть, это вот как раз кадры стилистика, который у нас прошел. Смотрите наши аксессуары, классно поставили, да? Мы делали акцент еще и на укладки, как можно сделать укладки сами себе, приглашали девчонок, которые могут это сделать, и демонстрировали наши средства для волос, и был стенд с декоративной косметикой, мы не стали туда визажиста, просто разложили декоративную косметику, чтобы все наши гости могли подойти и самостоятельно накрасить губы, да, попробовать хайлайтер, пудру и так далее. То есть, когда никто не стоит над тобой, на душу, да, ты там можешь все попробовать, как тебе хочется. Это, оказывается, тоже очень интересно. Зона ухода за кожей, где Алена вспоминала потрясающую цветовую визажист, она от компании, она давала тему как раз ухода за кожей. Да, и это было очень интересно, девчонки все так внимательно слушали. Мы говорили о наборах на вейс, говорили о фейсбилдинге, все тестировали, пробовали. Это вот люди, которые все не партнеры с вами. И когда мы приглашали на вечеринку, на аккаунт, у нас не написано, что мы делали на работу Хэйфэй. То есть мы просто приглашали на лавандовую вечеринку на девичник. И уже только когда наши девчонки гости пришли на вечеринку, они увидели, о, круто, у вас Хэйфэй проработали, да, здорово. Мы уже знакомили их, ну, как бы, не в лоб тогда, они говорили, что, а мы вот из Грифлей, просто говорили ведущий, который у нас ходил с микрофоном, брал интервью у девчонок, она говорила, что, знаете, что меняет объем нашего девичника, нашей встречной компании, и сегодня вы все получите в подарок самый крутой продукт, которому вам значит понравится, это лучше стать в одном, и дальше говорили про свои любимые продукты. Это зона Wellness. У нас была целая барная стойка, фреш-бар, где мы готовили коктейль, где мы заранее приготовили ПП-кексы из нашего протеинового комплекса и рассказывали, что из чего состоит. Это классно, на ура пошло. Девчонки записывали рецепты и спрашивали, а где же это ваша омега-3, как же ее купить? И самый главный вывод, который мы сделали, кстати, после нашего лишника, это то, что нам нужно сразу же оформлять заказ, то есть тут же. 5 сентября будет следующий наш вечеринка, мы вот после того, что первого, при помощи нашего нового мобильного приложения, да, это теперь можно сделать быстро, мы будем тут же отправлять заказ всем, кто желает сделать покупку. Тут же номер, тут же заказ. Покажу, как мы приглашали на девичник. То есть помимо того, что сделать аккаунт, это ну, как вообще, да, ничего. Аккаунт это вот он есть, нам нужно пригласить туда людей, чтобы они посмотрели, почитали, захотели прийти. Мы делали один из способов, мы делали приглашение в личку, то есть в директ, да, писали, находили по геотегам девушек нашего города и писали им в личку, что привет, ну, текст видите, да, там, здравствуйте, хочу пригласить вас на крутейшую встречу, которую мы организуем с командой, и это будет девичник, может быть, вы слышали, лавандовая вечеринка. Отклики были хорошие. Отклики были хорошие, потому что писали институт мира, да, дальше скрина, о том, что писали люди, но не все писали, да, известно, а когда это, а сколько это, а когда можно прийти. Мы сделали такую акцию «Прийти с подругой», «Попали за подругу», прямо как ее назвали и заштетили. Что приглашаешь подругу, приходишь, что делишься не одна, и еще получаешь помаду подругу. Тоже очень хороший отклик был, потому что как только
девушки заходили, они все говорили, ну, я вот с подругой, мне помазали, были рады ее получить. Как еще мы приглашали? Мы заказали рекламу блогера нашего города, который целевая аудитория схожа с нашей, то есть это девушки, которые будут маму, да, которым интересно провести время вне семьи, которым хочется куда-то сходить, и тут так здорово, что их еще приглашают на девичник. Она сделала рекламу и у себя в посте нативный пост, после которой нам приходили заявки, и мы познакомились с такой новой для себя аудиторией. Да? Помимо этого, ну, мы сами активно приглашали в сторис и используя все ресурсы, которые есть. Сегодня один из таких, наверное, самых действенных способов — это, ну, действительно пригласить подругу. Когда девушка, которая уже заинтересовалась, хочет прийти, но не хочет прийти одна, она зовет с собой подружку. Так, что еще должно быть говорить? Вот так мы приглашали, так мы проводили. Пришло у нас на девичник, у нас было всего заявок, 90 заявок, дошло до нас 70 человек, из 70 человек было 11 уже зарегистрированных партнеров, все остальные были не зарегистрированы. Естественно, мы, провожая всех наших девушек, мы всем предложили заполнить анкету, в которой было указано, что я бы хотела иметь скидку 20% на весь ассортимент, который сегодня я увидела на косметику Альфейм, на продукты Wellness. При этом мы их спросили, какие бы они хотели еще получить индивидуальные консультации. Это уход за кожей, это консультация по стилю, это макияж, это wellness-диагностика. Помощь хорошо откликнули, люди, многие хотели на все, конечно, да, прийти. Сегодня мы уже можем собирать на какие-то более узкие встречи, то есть не на большую, да, встречу, где 70 человек. Что мы делаем сейчас дальше? Да? Нас уже многие, как только мы провели этот девичник, многие тоже спрашивали, когда будет следующий, я хочу на следующий. Естественно, новые темы. Сейчас придумали уже тему следующего девичника, она будет называться «Бархатная вечеринка». Мы все будем в бархате. Девчонки любят, когда вот что-то такое динамическое, да? Сегодня, мне кажется, столько идей нам подкинули, можно сделать уже французскую вечеринку с Экла, и рекламная кампания, которая у нас будет, тоже такая. Это все наша тема. Дальше мы продолжаем девичник. Сегодня нам на наш аккаунт, где аккаунт девичника поступает множество вопросов статьи в директ. Многие спрашивают, да вот там вот была розовая коллекция розовых аксессуаров, которые мы показывали, а как ее можно получить? Да, то есть это уже не так круто. Спрашивали, когда мы задали вопрос, что бы вы хотели узнать о нашей вечеринке, многие стали писать, нам хотелось побольше узнать вообще, а как вы зарабатываете, а что вы вообще делаете, потому что мы же провели такое знакомство с собой, следующие на своей личной странице пригласили. И сейчас на вечеринке, которая будет бархатная, мы сделали еще, добавили блок про продукцию. Мы будем рассказывать о том, как пользуясь нашим продуктом, как можно быть вот такой классной девчонкой, собирать подружек, еще и отправиться в Турцию бесплатно. Обязательно про это расскажем. Вот такой у нас способ. Так мы двигаемся дальше. Спасибо огромное. И классных, крутых встреч, партнерки, новых презентаций. Спасибо. Представим вам первого спикера, лидера в новом звании «Золотой директор» Альфейм. Она считает, что постановка целей и планирование фундамент построения и развития бизнеса, а ежедневное рекрутирование и качественное сопровождение новичка – это именно те действия, которые приводят к росту. За последний год показатели квалифицированного рекрутирования по структуре этого лидера выросли в 5 раз, а доход увеличился в 3 раза. Ее приход далеко не случайен, а это был целенаправленный выбор. После изучения всех возможностей и преимуществ компании конкурентов, она приняла ответственное решение и с тех пор ни разу о нем не пожалела. Она высоко чтит отношения между людьми, исследованием семейных ценностей. Самая главная ее гордость – это ее маленькая дочь, которая является прекрасным стимулом к расти и двигаться вперед. Встречайте! Новый золотой директор из Украины, город Запорожье, Марина Падова.
привыкла все взвешивать, и поэтому мое решение прихода в Oriflame было четким взвешенным решением. Я взвесила все за и против, я смотрела разные компании, я почитала отзывы, конечно, мне было страшно, но тем не менее я решила попробовать, когда ушла в декрет и решила что-то начать. И взвесив все за и против, решила, что бизнес в Oriflame – это именно для меня. Конечно, это очень красивый бизнес, я, как любая женщина, люблю привести себя в порядок, я люблю путешествовать, да, люблю красоту, поэтому этот бизнес именно для нас. Я зарегистрировалась в компанию Oriflame в ноябре 2014 года, и, конечно же, сейчас знаю, что только четкая цель, точно спланированные действия и система в работе приведут к результату. Сейчас поделюсь немножко своими фишками в работе. Моя команда, я лично рекрутирую в соцсети Facebook. Мы даем группу объявления. Даем объявление группы именно с теми темами, которые, в которых есть наша целевая аудитория. Это успешные мамочки, либо мамочки определенного города, если мы рекрутируем в каких-то определенных регионах. Даем группы, где более 200 тысяч человек. Даю обычное объявление без какой-либо информации о компании, просто спрошу, что требуются сотрудники в Facebook и все. Когда люди дают запрос, я обязательно прописываю в комментариях, чтобы они сами включались в мою личку, то есть писали в мессенджер по месту работы. Только с этими людьми я работаю. Хочу обратить внимание, что хоть мы работаем онлайн, но мы не спамим. Мы работаем именно адресно с теми партнерами, с теми кандидатами, которые сами к нам стучатся, и только с ними я провожу свои собеседования. Собеседование провожу в три этапа. Первое – это я стараюсь закреплиться, задать вопросы. Сколько лет, как владеть компьютером, чем вообще сейчас занимается, ну, уже по ситуации. И, конечно же, когда человек мне отвечает, я стараюсь найти какие-то точки соприкосновения, найти что-то общее, может, это мамочка в декрете, я рассказываю, что тоже была в декрете, пришла сюда, сейчас это мой основной вид бизнеса. Либо там это может быть по профессии мы совпадаем, то есть нахожу какие-то моменты, чтобы удивиться с человеком. И после этого уже даю конкретно суд работы кратко, отрабатываю возражения, и если есть какие-то вопросы, отвечаю на все вопросы. Часто бывает, отвечаю голосом, если не надо написать, я отвечаю на все голосом. Ну и последнее, это завершение сделки, регистрация. Хочу также ответить, да, многие думают, что, или даже не думают, а ищут какую-то фишку, что у кого-то есть какая-то кнопочка волшебная, у кого-то 5 регистраций, 10 денег, там, прям вот так круто, что же он делает. Хочу сказать, что нет идеального метода рекрутирования. Самое главное – рекрутирование – это система работы, много действий и, конечно же, анализ своей статистики. Каждый партнер должен знать, сколько действий нужно сделать для того, чтобы привести одного партнера в компанию. Например, у меня такая статистика. Я из 10 собеседований проведенных регистрировала одного человека. План у меня на день 5 регистраций личных. Естественно, я должна привести 50 собеседований. Обязательно мониторю свою работу в течение дня и смотрю, сколько действий я сделала, и если сколько запросов, сколько мне нужно. Если нет, значит усиливаю действия. То есть в течение дня бросаю столько объявлений, сколько, чтобы было запросов достаточно, чтобы было 5 регистраций. Также очень важно и включение новичка, потому что можно нарегистрировать много, но если не сопровождать качественно, то, естественно, они будут все сливаться. Как мы сопровождаем в моей команде? У нас в первую очередь мы приглашаем в Telegram партнера и там добавляем 2 чата. Мы много чатов не даем, добавляем 2 чата. Это чат знакомства с командой, которым мы, естественно, приветствуем новичка. Да, мы чувствуем свою значимость в этом чате. Мы прокачиваем, да, нашу успешность, наши новые уровни. Мы показываем каждый день какие-то новые отзывы о продукте, мы показываем, почему я пришла в Oriflame, какие факты гордости Oriflame, да, то есть вот такие вот мотивационные вещи постоянно, каждый день у нас наши менеджеры прокачивают. Это все проходит в виде таких планерочек в мини, то есть видюшки такие в Телеграме, сообщения и так далее. Еще в один чат мы добавляем партнеров возможности Oriflame. Там мы рассказываем о сути работы, уже сравниваем бизнес традиционный
конечно, опять же, это все происходит в виде голосовых сообщений, видюшек, таких картинок и так далее. Обязательно делаю акцент своих партнеров, также учу и сама делаю это в течение 48 часов, это созвон с партнером, потому что нужно обязательно утеплиться, так как мы работаем онлайн, лучше расположить себе человека при первом созвоне. Естественно, на созвоне мы утепляемся, знакомимся, да, уже узнаем друг о друге, и после того, как человек активируется, у нас еще есть одна группа, чат, куда мы добавляем, это активный рекрутер. Там мы уже обучаем конкретно, как рекрутировать, какие методы. Так как мы работаем в Facebook, мы все равно даем разные методы работы, выбор человеку, как он будет рекрутировать, в какой соцсети он выберет, там мы даем уроки по разным методам рекрутирования, может быть, он выберет теплый рынок, да, метод рекомендации и так далее. Поэтому мы открыты для всех, можем научить всему тому методу, который они выберут для себя. После, также в этом чате мы обязательно также хвалим, когда у нас появляются новые рекрутеры, новые новички у наших новичков, мы это все хвалим, прокачиваем. То есть идет вот такая вот атмосфера успеха, это очень важно. Но хочу также сказать, что очень важна также и работа с той командой, которая у нас есть. Все мы знаем, что все они будут у нас работать, очень много потребителей, продавцов. И с этой категорией людей очень важно работать. Поэтому мы, например, запускаем всякие акции, программы. Очень важно, что уделяем также время и очень много внимания именно продуктовому обучению команды. Также посещаем компанию, у нас каждый каталог проходит в городах, областных центрах бизнес-обучения, которые там и практика дается, и обмен опытом. Я, конечно, как лидер посещаю эти мероприятия и, конечно же, мотивирую своих партнеров, чтобы они тоже ездили на эти мероприятия и посещали. Также мы поддерживаем все инициативы от компании. Например, у нас был марафон звонков от компании. Марафон звонков от компании был, и моей командой лично за каталог было сделано около 4000 звонков. И активность по команде поднялась на 20%. Также были у нас такие тематические от компании, тематические закрытия, как близ-закрытия. Они были приурочены каким-то праздникам. Например, близ-закрытия был приурочен к празднику Масленица. И, конечно, многие думают, как можно работать онлайн с блинами. Да? То есть компания предлагала собраться на СПО с блинами и так далее, но несмотря на то, что мы работали онлайн, я с утра встала, напекла блинов, естественно, записала видеосообщение команде, поздравила. Это такие вот тематические закрытия, они сближают команду, они мотивируют, и естественно, что закрытия в такие моменты более, ну, не такие стрессовые, да, то есть люди на адреналине, довольные, спокойно закрывают каталог. Конечно же, очень важно и цель, и планы наши, и система работы, но немаловажно это сами партнеры, да, сами люди, с которыми мы работаем. И очень важно найти именно тех партнеров, с которыми мы будем идти до конца в одном направлении и достигать своих целей. Поэтому я очень много внимания уделяю именно поиску ключевых партнеров, и для этого есть у нас отдельный чат, куда я выбираю уже более активных партнеров. Там уже я провожу планерки по планированию, по постановке целей и так далее. Также я там планирую с ними цели на каталог. Мы разбиваем эти планы на неделю, на день, пишем отчеты, планы. Обязательно заполняем планы, какие у нас есть. И, конечно же, я даю вам задания конкретные и смотрю, как они выполняют. После выполнения заданий вижу, как кто реагирует. Естественно, таким способом выявляю тех ключевых партнеров, которые активны. Они собирают баллы по выполнению заданий и получают от меня подарок. То есть своего рода такая игра, но она более мотивирует и дисциплинирует команду. Конечно же, есть ключевая команда, то есть у меня уже есть менеджеры, директора, которые сами уже занимаются своими командами, они дублируют мои действия, я их обучаю, как правильно планировать, как правильно ставить цели, они это все несут вне своих команд. В этом чате я провожу, с этой командой лидерской, провожу раз в каталог, скайп-встречу, где мы планируем, ставим цели, планируем каталог,
не получается. И самое главное, что обязательно нахожу, за что похвалить каждого партнера. Если у него все лучше своих, то 50 баллов, молодец. Если он привел уже достаточное количество партнеров, молодец. То есть найти сначала за что похвалить, а потом уже как бы наладить ему работу дальше. Конечно же, подведя итог, хочу сказать, что только постановка цели приводит к результату. И я своим партнерам очень часто привожу такое сравнение. Вспомните, еще вы были в детстве задачки. Выехал автобус с пункта А в пункт Б. Вот представьте, выехал автобус с пункта А в пункт Б. Нету пункта Б. Куда он приедет, этот автобус? Никуда, правильно? Но он же едет. Он делает действия, он крутит педали, рули, да? Но тем не менее, он никуда не приедет, потому что нет конечной цели. Естественно, сколько он будет ехать? Будет ехать ровно столько, насколько хватит у него топлива, бензина, например, чего-то другого. Также и в наших командах, наши партнеры, которые приходят, они вроде бы загораются, делают много действий, но не имея цели, не зная, чего они хотят достичь, они, получается, крутят эти педали, но не получают результата, и на определенном моменте они зависают. Они зависают, затекают, либо падают, либо остаются на том уровне, котором есть. Поэтому хочу сказать, что только если у вас будет четкая цель, то обязательно будет энергия для роста. И вам, всем друзьям, я желаю, чтобы у вас была та цель, которая будет вам мотивировать, которая будет двигать вас вперед к вашим новым вершинам. Спасибо большое! Следующий спикер основным двигателем роста и развития своей структуры по праву считает командный фокус на работу с категорией Wellness. В ее команде работает сеть Wellness Group. Одна из лучших клубов – плотное сопровождение участников 24 часа, 7 дней в неделю. В структуре запущена отлаженная система подготовки бизнес-партнеров в качестве тренеров и экспертов Wellness. Даже планирование квалификации звания здесь проходит не только от баллов бонуса, а от количества проданных наборов Wellness Life Plus. Именно поэтому средний процент продажи Wellness в организации 84%. Средний доход лидеров команды вырос на 81% по сравнению с прошлым годом. А товарооборот организации увеличился более чем в 2 раза. За год здесь выросли 21 старший менеджер, 7 директоров, 2 старших директора, золотой и старший золотой директор. Встречайте новый бриллиантный директор из города Борисов Республики Беларусь Татьяна Курбутова. Благодаря которому можно изменить действительно жизнь.
И, честно говоря, если бы тогда, более 10 лет назад, мне сказали, что я буду стоять перед вами на сцене и рассказывать свою историю, то, честно говоря, я бы не просто не поверила, я подумала, что надо мной как-то шутят. Ну что ж, давайте перейдем. Откуда же взялся такой результат? Конечно же, есть несколько составляющих, и вот о них я сегодня с вами поговорю. Ну, чтобы вы понимали, с чего начался вообще вот этот старт, 2015 год. Я закрыла звание сапфирового директора. Вы знаете, звание было закрыто очень тяжело, правда, вот признаюсь, как есть. И благополучно, как я его закрыла, я упала, ну, такое иногда бывает, я упала до одной группы, да, то есть старший директор. Честно говоря, упала и подумала, ну, в конце концов, ну что теперь уже, да, надо просто взять и заняться собой. Естественно, просто занялась личной жизнью, занялась состоянием своего здоровья, попала в проект Елены Васильевны Малышевой на ОНТ. Ну, по всей вероятности, кто-то видел в Инстаграм мои подписчики, эти фотографии. И вот с этим багажом, то, что у меня было, да, то есть, честно говоря, бизнесом я не занималась. Я пришла в какой-то момент отдохнуть, я делала свой товарооборот, поддерживала отношения с командой. Но чтобы было так вот активно, как сейчас, то этого не было. И, конечно, спустя какое-то время люди стали спрашивать, что же со мной случилось? Знаете, сосед, помню, выхожу, в общем-то, зима закончилась, мы сняли верхнюю одежду, и сосед говорит, когда меня увидел, ну, представляете, да, я была 140 килограмм, чтобы вот, ну, кто не понимает, о чем, да, это говорит. И тут вдруг я такая вышла в 70 килограмм, да, через год. Они какие-то разные вопросы, вот, вы видите. Мой сосед говорит, Таня, все нормально, ты здорова. Ты как-то заболела. Ну, понимаете, ассоциации. То есть, если человек занялся собой, как-то хорошо стал выглядеть, то, ну, в общем-то, а вдруг все плохо. Сейчас, да, фокус у нас, мы продаем не wellness, мы продаем результат, который получается благодаря wellness. Я уже не буду перечислять, но благодаря тому, что люди начали задавать вопросы, я поняла, что надо это как-то сгруппировать, как-то создать какой-то, наверное, клуб по интересам, что ли, в этом направлении, для того, чтобы, ну, можно было, знаете, как-то дальше продвигаться. Ведь тут либо продвигать меня, да, либо продвигать клуб. И мы приняли решение назвать его «Женским раем», да, то есть, ну, вот такой вот замечательный клуб, знаете, мне говорят, а где же мужчинам место в вашем раю? Я говорю, знаете, когда мы говорим «Женский рай», все мужчины идут, как и хотят туда почему-то попасть. Я не знаю, что их там привлекает в этом названии, но тем не менее они тоже к нам очень приходят и, в общем-то, получают тоже свои колоссальные результаты. Как видите, мы немножко поменяли концепцию. То есть клуб у нас есть, плюс мы немножко теперь не спонсоры, мы тренера по питанию, потому что надо логически, да, то есть выставлять себе, выстраивать цепочку, да, то, кем мы теперь являемся для наших клиентов. Поэтому мы сменили фокус. Мы реально занимаемся коррекцией веса. Рекрутирование. Как, в общем-то, происходит рекрутирование? Как я уже сказала, фокус на коррекцию веса. Приглашаем мы при помощи вот таких вот замечательных фотографий. Ну, как только все начиналось, в моей структуре были фотографии, в первую очередь, меня. Да? То есть, и, естественно, все начали показывать фотографию и говорить, что, естественно, работают по программе, да, которая есть в клубе «Женский рай». То есть мы приглашаем в клуб, соответственно, клуб мы свой поддерживаем в социальных сетях при помощи групп, при помощи аккаунтов, при помощи постов. Ну, надеюсь, вы понимаете, да, это просто писать пост, допустим, здоровое, про здоровое питание. Вот, и в конце, как всегда, призыв в клуб. Да, то есть хотите что-то изменить, то есть, в общем-то, приходите. Я думаю, что это... То есть рекрутинг вам понятен, да, как происходит. Рекрутируем либо онлайн, либо офлайн. Ну, офлайн, сами понимаете, да, это когда друзья знакомые увидели результат, что они делают? Задают вопрос. Вот как вы думаете, нужно сразу отвечать, что вы делаете или нет? Нет. На самом деле, когда они задают вопрос, Татьяна, ну, что ты делала? Я говорю, знаешь, я вот на улице, я не помню, кто сказал, то ли я ее сетил, на улице я с ней не разговариваю.
Это то же самое, да, я говорю, ты знаешь, я на улице вообще о таких вещах не разговариваю, здесь нужно разобраться, поэтому приходи в офис. Вот. Вы знаете, были такие люди, которые говорили, ой, если не расскажешь, я никуда не пойду. Ну иди, подумаешь, проблема какая-то, у тебя проблема, не у меня, у меня вообще-то нет проблем. Да, то есть если это звонок телефонный, здесь то же самое. Либо мы выводим человека на, опять же, офлайн-встречу, да, офлайн-встреча происходит специально, либо, соответственно, по телефону ему объясняем, что это программа Life Plus, система, которую нам дала компания, и, соответственно, ставим свои условия. То есть покупка набора Life, и дальше мы с вами работаем. Нет? Ну, значит, нет. Отправляем людей, называется, они проводят, даже те, которые не соглашаются с работой, они там походили, а проект, вернее, клуб-то работает, понимаете? А видно же в социальных сетях, как продвигается клуб, и, соответственно, человек все равно принимает решение и возвращается. Как мы сопровождаем? Ну, первое, конечно, вот это замечательное фото, прямо висит огромное. Фото висит в моем офисе. Огромное спасибо компании, потому что это VIP СПО, которое брендировано под Wellness. Да, у нас есть теперь такое СПО. И когда консультанты, первые консультанты, которые увидели меня, например, приходили просто там раз в полгода купить помаду, первое, что они видят? Они видят в офисе это огромное фото, и они говорят, ну этого человека мы знаем, это Таня Курбуклова, а этот, кто рядом говорит. Да? То есть кто давно меня не видел, а все же говорят, ну как, вы не знаете, это же тоже Таня теперь Курбуклова. Да? И то есть, естественно, у них был интерес, и они решили, что надо все-таки с ним встретиться. И поэтому пошел поток. Первое, конечно же, клиенты, которым мы помогли откорректировать вес, это были же те же результаты наших структур. Да? И, в общем-то, в помощь у нас система Life, наши инструменты, ничего нового. Система Life, то, что дала компания. Это интернет, это дисциплина, да? Конечно же, наши фото. Фото не где-то там фотошопленные или просто взятые с интернета, это реальный результат. Если вы бросили килограмм, я всегда говорю своим консультантам, напишите, не надо писать 5, напишите минус килограмм. Сбросили еще килограммчик, еще делать фотографию, еще минус килограмм. Почему? Потому что люди, они на самом деле следят за нами. Да? Они наблюдают, что с нашей жизнью происходит, что мы там делаем. И поэтому, когда человек, знаете, как это? 25-й кадр, да? Оп, минус килограмм. Потом еще через неделю, оп, минус килограмм. Ну, что-то у меня уже соседка совсем худела. А я еще, знаете, как у женщин это вот, с работой, в любом случае, да? Конечно, когда мы видим, что человек сбросил достаточное количество там, килограмм, то я понимаю, что он со мной в теме. И я начинаю, естественно, его подготавливать к партнерству. Первое, я говорю, послушай, как вообще тебе интересно людям помогать, вот, корректировать вес и работать в этом направлении? Он говорит, да, ну почему бы нет? Я говорю, послушай, здесь еще ничего хорошо платят за это. Конечно, в дальнейшем, когда у человека есть опыт, когда человек перенял мою систему, да, досконально, я понимаю, я его отправляю на курсы. Но на курсы, знаете как, это не для того, чтобы вы сейчас все побежали и получать диплом диетолога. На самом деле, диплом диетолога дает возможность только законно заниматься этой деятельностью, да, чтобы не было никаких претензий. Вот и все. Поэтому, в первую очередь, конечно, это знание диетологии. Да? И самое главное, это знание, как работает wellness. Вот в этом нам, конечно, помог, очень хорошо помогает конкурс Вегелёса, когда мы съездили в этот реально Вегелёс, поговорили со стиксетом, с нутрициологами, и, естественно, поняли еще некоторые фишки, как можно использовать наш продукт. Я всегда с ним говорю, ребята, wellness — это не просто инструмент, это это огромное богатство, это нужно, в общем-то, использовать, и вот, уже вопрос, как, кто будет использовать. Конечно же, в дальнейшем у нас сопровождение происходит как? На офлайн-встречах мы о чем рассказываем? Это вот beauty-боксы, когда приходят, мы, естественно, начинаем рассказывать о косметике. То есть на второй каталог человек уже подключается к косметике, уже к новейджу, и, в общем-то, здесь уже идет продуктовый заказ. Так, умение мотивировать, здесь у нас, наверное, свои фишки. Я могу вам честно сказать, что сколько бы я вам не рассказывала, вы не сможете их так использовать. Вы не сможете использовать их до тех пор, пока сами не пройдете этот путь. Хотя бы какое-то количество килограмм. Знаете, мне здесь худенькие всегда говорят, вопрос такой задают. Если говорит, я худенькая, да? Как вот мне вот еще похудеть? И некуда уже худеть. Я говорю, ну поправьтесь на 5 килограмм, ну снова похудеете и пройдете этот путь. Ничего сложного. Продукция говорит, что надо и туда, и обратно. Она все это делает. Спасибо.
А система действий, какая у нас система действий? Только зарегистрировали. Да? Человек, пока не выкупил набор, никаких действий с ним не происходит. Я с ним даже не разговариваю. После того, что он написал, я выкупил, я начинаю с ним какую-то работу. То есть мы помещаем в чат. Да, то есть часто сопровождение, там несколько тренеров, ну, то есть тренера, это, понимаете, да, спонсоры. И они, естественно, какими-то своими рекомендациями, если какой-то вопрос, они могут там написать. То есть, в общем-то, ничего такого особенного. Общие рекомендации по питанию, отслеживаем, естественно, результаты, они там пишут сами, там, ой, девчонки, там, за неделю там столько-то, столько-то. Ну, это очень мотивирует тех, кто пришел, и тех, у кого там где-то, ну, застояли, да, на каком-то уровне. Ежекаталожная встреча, да, то есть вот фотографии вы видите внизу, это просто ежекаталог, ну такие, раз в неделю, по 20-30 человек просто встретились, нет возможности так перечать, знаете, со всеми, вот слушала девчонки, прямо нет, правда, может поменьше какие-то встречи устраивают, но приходится всем очень быстро доводить информацию, да, давать какие-то рекомендации. Вебинары мы проводим очень мало, могу честно сказать, мы проводим их где-то 2 раза в неделю. Если мне нужно что-то донести до своих покупателей, я запишу видеоролик и донесу. Я думаю, что для сейчас это не секрет. Да? Ну и когда человек, как я уже сказала, сбросил больше 20 килограмм, то я понимаю, что он со мной в теме, и я начинаю ему предлагать бизнес. Соответственно, бизнес мы просчитываем в лайфах. Да? То есть, ну, понятно, что маркетинговый план мы рассказываем в баллах голоса, но в основном маркетинговый план мы подстраиваем под Life Plus, да, к примеру. И сколько нужно звонков делать. Вот я, допустим, знаю, что в день должна быть продан один лайф. Да? В каталог для растущей группы должно быть продано как минимум 10 лайфов. Да? То есть, ну, новых подписок я имею в виду. Если это 5 регистраций или лайфов просто, да, то это чисто стоящая группа. Поэтому я так и объясняю. Если вы хотите рост, значит больше 10. И поэтому наши первые группы, у них было по 20-30, ну, в общем-то, проданных лайфов, новых постоянно идет, и за счет этого, конечно же, вот у меня даже самый сильный результат за год текущий, это Елена Народская, она сегодня впервые вообще на этой конференции, закрыто 4 звания. То есть все, спасибо, все квалификации в этой части мы считаем, естественно, лайфом. Ну, я считаю, что личность не развивается, когда, знаете, все идет хорошо, она формируется во время трудностей. Вот такие вот простые составляющие моего и моей структуры результата. Самая главная цель – это качество. Начните с себя. Хороших вам продаж и успехов вам с робостью. Спасибо. Работать своей организации, а мы не останавливаемся, так как сейчас наши лидеры Альфы с 9 новыми званиями за 4 года и 3 званиями за 2015 год, 2 новых звания в 2018 году, средний процент рекрутирования по структуре 30, средний процент активности 83. Вот такая простая арифметика в команде этих лидеров. Их фокус на бизнес-показателе дает эффект увеличения персональной группы, появления лояльных консультантов и притока активных новичков. Формула их успеха проста. Рекрутирование ежедневно, обучение системно, развитие лидерства постоянно. Именно благодаря такой формуле доход у лидера структуры за последний год вырос на 142%. Формула успеха работает, делая успешными многих людей. В команде появилось 242 старших менеджера, 32 директора, 14 старших директоров, 4 золотых директора, 3 старших золотых и 5 активных директора. Сегодня перед нами выступит представитель их семейного бизнеса. Итак, встречайте, исполнительный директор из Казахстана, город Петропавловск, Елена Туганова. Обычно, вернее, учитель географии в школе,
была классным руководителем, вела научные кружки, готовила детей к олимпиадам, к ЕНТ, различные проверки. Очень-очень много времени отнимала, конечно, эта работа, но денег, как говорится, платили, естественно, мало. И после того, как я выпустила уже свой класс, я приняла решение уйти в долгожданный декрет за своим любимым сыночком. И в декрете я приехала... В декрете мы приехали в город и родили, конечно, своего сыночка любимого. И стали снимать квартиру, пошли кредиты, пошли долги, муж работал один. На двух работах, даже успевала подрабатывать на третьей, но денег все равно катастрофически не хватало. И, к сожалению, сейчас с этим сталкивается огромное количество молодых семей в наше время, в нашей жизни. И я думаю, вы сами понимаете, да, съемное жилье, маленький ребенок, кредит, долги и так далее. Да? И как раз тот самый момент, в социальной сети «Мой мир», может быть, кто-то еще помнит такую социальную сеть, ко мне написала девушка молодая и пригласила меня присоединиться, сотрудничать с компанией «Арифлейм», работая через интернет. Я не скажу, что я сразу поверила, доходы, путешествия, признания, которые есть в «Арифлейм», но работая еще учителем географии в школе, я была потребителем продукции и любила душ 5 в одном. Тогда приняла решение просто зарегистрироваться как потребитель и покупать продукты для себя со скидкой. 2 месяца я посещала вебинары онлайн, 2 месяца я смотрела за историями растущих лидеров. Я перерыла абсолютно весь YouTube, смотрела выступления лидеров из самых разных стран Арифлейм, и только тогда я приняла решение работать. С тех пор прошло 5 лет, и я благодарна себе. Спасибо. Я благодарна себе за то, что я приняла это действительно правильное решение, которое изменило на 360 градусов нашу жизнь. И благодаря Арифлейм, из долгов, из кредитов, из съемной квартиры, сейчас мы купили свою 3-комнатную квартиру. Мы сделали дизайнерский ремонт. Мы купили дом маме. Мы получили по автопрограмме автомобиль Toyota RAV 4 2017 года, выпуска в прошлом году. Мы имеем огромную, быстрорастущую команду по всему Казахстану и по всем странам СНГ. И также мы смогли посетить 2015 года уже 17 стран, хотя до Арифлейм даже ни разу не летали на самолете. Итак. Мои бизнес-лайфхаки, конечно же, это личный рекрутинг, и основной метод нашего рекрутирования – это работа через теплые контакты и по методу рекомендаций. Какой бы потенциал миллионных партнеров не было у нас через интернет, в любом случае, люди, которые приходят через интернет, с ними нужно намного больше времени, чтобы утеплить отношения, чтобы войти в доверие и так далее. Да? Именно поэтому теплые контакты – это люди, которые вас знают, это люди, которые вам доверяют, и это те люди, которые с которыми, вернее, вы можете гораздо быстрее стартануть и качественно развивать свой бизнес. Именно поэтому сейчас в нашей команде огромное количество и партнеров, и менеджеров, и директоров, которые пришли из теплого нашего окружения. Есть даже мои ученики, которым я раньше преподавала географию. Вот. И на слайде как раз примеры некоторых лидеров, которые из моего теплого окружения. Здесь успешная пара Исаакова Ольга и Антон директора. Антон – это друг детства моего супруга. Патришова Алия, директор из России, подруга детства моя, с 3 класса с ним вместе. И Марина Кунау, директор в 2 открытых званиях, старший золотой директор. Мы с ней вместе учились в университете. И хочу сказать, что каждый из них за мной наблюдал достаточно большое количество времени, то есть они ко мне пришли не сразу. С кем-то я вела беседы не сами, с кем-то я вела беседы годами, но тем не менее они пришли в команду и сейчас успешно развивают свой бизнес компании Арифлейм. Также помимо развития работы, вернее, по теплому кругу, мы используем активно развитие личного бренда через посты в социальных сетях и сторис, которые нужно проводить на ежедневной основе. Что хочу сказать? Пост важно не просто написать, да? Нужно перед этим всегда себе задавать вопрос, какой целью я пишу этот пост. Потому что вы должны быть интересны своей целевой аудитории.
Вы должны вовлекать их в беседу, интересоваться их мнением, отвечать через посты на те вопросы, которые, возможно, их интересуют больше всего. Вы, естественно, должны показывать стиль и образ жизни с компанией iFlame. И что это будет вам давать? У вас будет постепенно раскручиваться личный бренд. На презентации вы видите мой аккаунт. И через личный бренд вам начнут приходить люди. Но важно не только писать посты, важно еще и записывать ежедневно сторис. Не каждый любит это делать, вы не стесняетесь, но тем не менее это очень важно, потому что сейчас очень много подписчиков и людей, в принципе, которые не смотрят посты и не читают посты, но активно пролистывают ленту сторис. Потому что через сторис они видят вас живых и настоящих. В основном в постах мы делаем фотографии красивые, обработанные, с помощью каких-то программок и так далее. А в сторис вы действительно настоящий живой, и к вам повышает эта лояльность, повышает интерес вашей аудитории, ваших подписчиков и повышает вам, естественно, доверие. Также хотела сказать, что очень важно делать вещи в сторис, потому что, как вы знаете, в сторис они живут всего 24 часа. И подписчики к нам приходят постоянно. Именно поэтому важно понимать, что люди будут просматривать по нашей статистике, как мы уже видим, не любят пролистывать ленту Инстаграма и перечитывать посты. Им проще просмотреть личные сторис, даже если вы их записывали месяц назад, два месяца назад. Они их просматривают, на них откликаются и принимают решение работы. Да? То есть в этих сторис что может быть? Те же самые встречи с командой, бизнес-конференции, путешествия, если есть у вас, дальше получение дохода в команде и так далее. Это уже повышает лояльность вашей аудитории, чтобы присоединиться к вам в команду. Ежедневное развитие личного бренда будет к вам направлять поток людей. И вы видите примеры, как пишут мне. То есть люди будут осознанно приходить к вашу команду. Кто-то напишет вам сразу, наткнувшись на ваш аккаунт, кто-то будет наблюдать месяцами, кому-то потребуется, возможно, даже полгода или больше. Но это люди, которые придут с готовой уже почтой, и они уже осознанно придут в вашу команду работать и сотрудничать с компанией iFlame. Хотели бы так, чтобы к вам шли? Слава, как так? Так, следующий бизнес лайфхак – это мы применяем активно наш YouTube-канал, личный, куда мы выкладываем различные записи с награждений, с банкетов директоров, с путешествий, с каких-то конференций. Мы туда выкладываем видеообзоры, отзывы о продукции, просто технические видеоуроки, выкладываем обязательно какие-то советы и рекомендации по бизнесу из самых разных красивых уголков нашей страны, с конференций и так далее, потому что это, конечно, безусловно, влияет на мотивацию нашей команды, на рост, на рекрутирование. И следующий бизнес-лайфхак является то, что очень важно проводить планерки, которые проходят у нас на постоянной основе, как для персональной группы, так и для ключевой команды. Еженедельно планерки проходят в разных форматах. Могут быть через вебинарную комнату, могут быть через WhatsApp. То есть также выкладываются слайды с добавлением текста плюс голосовое сопровождение. Почему мы стали делать разных видов планерки? Потому что сейчас очень многие партнеры, им гораздо удобнее, имея выход в интернет, и телефон с собой подключится к этой планерке через WhatsApp и прослушать нужную и важную информацию. Почему планерки важно, нужно обязательно делать? Потому что таким образом вы можете действительно чувствовать свой бизнес, вы можете анализировать, вы можете понимать, чего в команде не хватает, вы можете понимать, что очень, где какие болтики, так скажем, нужно подкрутить для того, чтобы в дальнейшем расти и развиваться вместе со своей командой. Каждую неделю мы делаем обязательно на этих планерках анализ по разным показателям. Это конверсия, это рекрутинг, это процент должностной структуры, активность и так далее. Обязательно партнеры говорят, что они проделали на прошлой неделе и рассказывают, что они будут улучшать на следующей неделе. Делаем различные конкурсы на первой и второй неделе каталога для понятия активности. Также есть различные номинации, например, там лучший рекрутер, лучший спонсор, королева продаж и так далее. И знаете, я хочу сказать, что когда-то мы делали очень много различных активностей и конкурсов с
для потребителей, для продавцов. Но потом в какой-то момент мы это упустили и стали ставить фокус только на бизнес-партнерах. И потом, проанализировав все важные показатели нашего бизнеса, мы поняли, что это неправильно, и стали возвращать и делать то, что мы делали раньше. Потому что очень важно помнить о каждом партнере в своей команде и фокусироваться не только на бизнес-партнерах, но помнить о том, что в наших структурах есть и потребители, и продавцы. Это тоже очень важно. Встречи с командой, живые встречи, это уже наш бизнес-лайфхак. Живые встречи, они действительно объединяют и придают уверенность абсолютно каждому партнеру в этом бизнесе. И как бы круто ни работал онлайн, какое бы крутое там ни было рекрутирование, сопровождение, обучение, мотивация и так далее. Живые встречи — это то, что объединяет людей, то, что зажигает людей и то, что дает действительно мотивацию на дальнейший рост. Именно поэтому сейчас в наших командах проходят флешмобы по разным городам, которые организуют лидеры, живущие в этих городах, и мы уже как топовые лидеры приезжаем, общаемся, лично знакомимся, мотивируем команду на дальнейший рост и достижения. Мероприятия проходят в разных форматах, это может быть ВГО, это могут быть бизнес-завтраки, бьюти-вечеринки, главные вечеринки в стиле Гэтсби, это могут быть мероприятия с выездом на природу, мероприятия с приглашением профессиональных фотографов, стилистов, визажистов, косметологов, диетологов. То есть мы стараемся сделать наши мероприятия как можно интереснее, разностороннее, чтобы они одно не было похоже на другое. И также хочу сказать, что я безумно горжусь своей командой, и думаю, это чувствую, если это каждый лидер. И эта фотография... Спасибо. Фотография с квартирой 2018 года. И я люблю и уважаю всю нашу команду, потому что это действительно команда профессионалов. И я желаю каждому из вас, чтобы в ваших командах были ответственные, целеустремленные, верные, достойные лидеры компании Oriflame. Я желаю вам, чтобы на каждой золотой конференции ваша команда увеличивалась как минимум 5 раз. Будьте примером. Вдохновляйте людей, обучайте людей, направляйте людей и, конечно же, ежедневно рекрутируйте. И хочу сказать, если вам когда-то будет лень, возможно, порекрутировать или позвонить партнеру, то всегда помните и задайте себе вопрос, какой выбор я сейчас делаю. Я делаю выбор в пользу своей лени или я делаю выбор в пользу своей успешной, обеспеченной жизни. Ежеминутно, ежечасно и ежедневно мы делаем с вами выборы. И именно от этих маленьких выборов зависит большой успех. А выбор все мы делаем с вами сами. Спасибо. Роста вам и правильных выборов.